Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. Десятое место. Это так громко. Тэхён и Чангук, словно инь и янь. Тэхён сказал: «Я люблю белый шоколад». Чангук сказал: «Я люблю черный шоколад». Но в то же время, они часто разделяют общие тенденции. У Тэйкук похожий вкус в виде Ваджа Мафия, Абара Соба и Макгакса. Когда Тэхён раздел куклу Чангука и спел «Я снова перед тобой делаю странные вещи». Я снова вспомнил, как Чангук сказал: «Я был интровертом, но Ви помог мне раскрыться. Я изменился после того, как ты пришел, я даже не мог снять футболку перед участником». Тэхён добавил: «Я помог ему стянуть лишнюю одежду». Девятое место. То, как Чангук обожает Тэхёна. Чангук смотрит на Тэхёна так, словно он самый невинный и милый ангел или фея. И в то же время Чангук позволяет ему делать с ним все, что Тэхёну хочется. Магическое терпение. Восьмое место. Совпадение или нет? Любовь к панамкам и бини. Тэхёну очень нравится, когда его называют ТТ. И Чангук знает, как ему нравится это, даже если редакторы компании думают, что мы не слышим. Их улыбки делают день счастливым. Чангук поет: «Я не могу прикоснуться к тебе по телефону или поцеловать тебя через всю вселенную». Киа опять угадала. Она этот арт нарисовала до выхода песни. Седьмое место. Чангук похлопал его по заднице в конце. Шестое место. Забота.
Чангук всегда позаботится о ножке Тэхёна. Чангук всегда позаботится о Тэхёне. Тэхён лапает Чангука за грудь и за задницу одновременно. Пятое место. В одном из ранов ребята играли в игры, чтобы получить еду. Чангук очень сильно хотел курочку, но расстроился, когда они ее проиграли. Ну и, конечно же, самый лучший в мире муж решил это исправить. Тэхён сказал: «Давай я попробую». А затем он выигрывает игру с гордой улыбкой. Чангук радостный и поэтому кидает гордый взгляд на своего парня. Тэхён готов сделать все ради Чангука, лишь бы тот не расстраивался и вкусно покушал. Четвертое место. Поведение пары. То, как Чангук подложил подушку под голову Тэхёна, чтобы у него не болела голова в таком положении, как будто это любовь, это его язык любви. Как будто Чангуку не нужно громко выражать свою любовь, эти маленькие жесты показывают, как сильно он любит Тэхёна и заботится о нем. Тэхён однажды сказал Чангуку: «Я всегда смотрю на тебя». И это была абсолютная правда. Если вы посмотрите на все воспоминания с начала дебюта BTS, вы увидите, что Тэхён всегда смотрел на Чангука. Юный Чангук и Тэхён. Их чувства только набирали обороты. Они всегда старались быть рядышком. А Чангук, конечно же, не может удержаться, чтобы не сфотографировать Тэхёна на свой телефон для себя. Подошел такой грозный зайка с серьезным лицом, услышал, что его Тэхёна хвалят, и выдал самую сладкую улыбку. Хасок сказал, что Тэхён отлично танцевал.
Третье место. Нет ничего лучше, чем то, какими смущенными, влюбленными и громкими были Чангук и Тэхён в тот прекрасный день. Второе место. Это так интимно. Тэхён использует фразу «по с Йентоном», после которой Тани начинает лизать лицо папочки. Также Тэхён, говорящий эту фразу Чангуку в прямом эфире. Чангук мастерски увел свой смущенный взгляд в сторону. Да-да, сделаем вид, что никто ничего не понял. По-корейского означает kissing face with smiling eyes, целовать лицо со счастливыми глазами. Первое место. Я готов плакать. Когда Тэхён поцеловал куклу Чангука в щечку там, где тоже его шрамик. Какие прекрасные детали. Любовь – это то, что нельзя увидеть или потрогать, но я совершенно точно знаю, что между этими двумя прекрасными мужчинами именно она. Я чувствую это по их взглядам, касаниям, нежным улыбкам, заботой и трепетному отношению друг к другу. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.